обязательно вами гордились ваши дети, внуки, чтобы ваши правнуки восстали пример. Поэтому должна случиться сказка сегодня. Согласны? Правильно? У нас есть принц, есть принцесса, и все девочки всегда ждут, что обязательно приедет принц, и он приедет на белом коне. Принц есть. На каком коне он приехал, мы не знаем, может, на трамвае, правильно? Но надеемся, что следующий такой конь, это будет обязательно со значком Mercedes, правильно? Или берем что-то выше. В общем, дорогие друзья, за наших молодых, за настоящего казака и за его принцессу. Руки выше! Я отборный, без танцевать с тобой.